Да нет, я не звал, я ему просто сказал: Сань, ну вот есть возможность, не хочешь с нами поработать? Он говорит, нет. Вы сказали, что возможность с главным тренером? Нет, это еще было в штабе, когда вы приходили в наше это учебное учреждение. Я ему тогда еще говорю, ну ты не хочешь? Специалист вроде как там, да, какой-то у нас есть. Опыт, он говорит, не мой уровень. Не мой. Вы ему просто в штаб, по-моему, предлагали, да? Или, или ну, что? Че, он же пока без лицензии был. Ну, точнее, мог. И царь сказал, что это не его уровень. Царь нет. Он о чем это говорит? Грезил, с Спартаком грезил. О чем это говорит? Сейчас Баскаль, видишь, там чуть начал выигрывать. А так царь уже на одной ногой был в Спартаке, в принципе.